Приветствую вас, дорогие телезрители! Уверена, вам не терпится узнать, что приготовила для нас природа в среду, 16 августа. И этой информацией с удовольствием поделюсь с вами я, Олеся Вайнер. Что ж, лето уже на исходе, но август продолжает радовать нас местами ясным небом, а местами легкой облачностью и небольшими осадками, которые помогают перенести знойный день. Температура воздуха по стране в дневное время будет колебаться в пределах 27 и 34 градусов тепла. А вот сейчас мы рассмотрим синоптическую картину в каждом регионе чуть подробнее. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 20 до 33 градусов тепла. Первая половина дня в регионе выдастся ясная, но после обеда Полтаву, Черкассы и Кропивницкий покроют облака, что приведет к дождю и грозам. На юге страны термометры в течение суток покажут от 20 до 34 градусов со знаком плюс. В Херсоне небо будет оставаться чистым на протяжении всего дня. В Одессе облака появятся только после обеда. А вот Симферополь ожидает пасмурная дождливая ночь, а также утро. Часы. Однако после полудня небо над столицей полуострова прояснится. Температура воды на побережье Черного моря 23-27 градусов выше нуля. Наши предки верили, что если в этот день дует сильный ветер, зима будет снежной и морозной. Кроме ветров опасались и дожди. Начавшись в этот день, они продолжались еще долгое время. Понаблюдаем за подсказками природы. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 14-28 градусов выше нуля. Жители Львова насладятся ясным днем в полной мере. В Ивано-Франковске и ровно после обеда прогнозируется переменная облачность, но осадков это за собой не повлечет. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 17 градусов, а максимальная дневная достигнет 28 градусов тепла. Наряду с частыми прояснениями на северном небосводе без зонта не обойдутся жители Чернигова и Сум. Дожди здесь пройдут днем и в вечерние часы. На востоке грозовые тучи посетят лишь Харьковскую область. На остальной территории региона предвещается лишь переменная облачность. Местные термометры в течение суток покажут от 18 до 34 градусов выше нуля. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 26 градусов. 16 августа Луна находится в созвездии Близнецов. Проблемой этих дней является невнимательность и поспешность. Вам могут в толпе наступить на ногу и при этом даже не извиниться. Частым явлением также бывают промахи и опоздания. Будьте снисходительны в этот период к себе и окружающим, ведь даже погода сейчас может быть переменчивой и неустойчивой. Далее подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 18 до 22 градусов тепла, а днем прогнозируется 31-34, также выше нуля. Ясным небо будет в утренние и вечерние часы в Волчевске, а вот Северодонецк и Луганск облака не покинут ни на минутку в течение всего дня. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 21-22 градуса со знаком плюс, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 29-33. Дончан порадует ясное утро, но в остальное время в городе, как и по всей области, предвещается небольшая облачность. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 20-22 градуса тепла, а в дневное время 30-33. В Днепре небо будет оставаться чистым с ночи и до завершения дня. В Кривом Роге облачным выдастся только полдень. В Павлограде же прогнозируется облачность с прояснениями в течение целых суток. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 19-29 градусов тепла, ночью и утром в городе будет преобладать переменная облачность. Во второй половине дня также возможны просветы на столичном небосводе, но они будут чередоваться с небольшим дождем. Вот такая погода ждет нас в среду, 16 августа. Пусть ваше настроение остается солнечным и теплым, невзирая на капризы природы. До встречи в нашей студии!